Вопрос Кавказа – это отдельный вопрос. Мне кажется, это даже очень сложный вопрос. Он имеет свои геополитические, цивилизационные, религиозные такие аспекты. Мы очень заинтересованы в стабильности этого региона, поэтому если Кавказ будет стабильным, то будет стабильным и не только, значит, и Российская Федерация, и Центральная Азия. Мне кажется, не надо пользоваться ситуацией на Кавказе для дестабилизации либо какой страны. У нас в Сербии нормальные отношения идутся и с Казахстаном, у нас посольство, и с Азербайджаном тоже, и с Арменией. Да? Недавно был визит нашего президента и в Армению, и в Азербайджан, и в Казахстан. И мне кажется, эти отношения основываются на принципах взаимного уважения и интересах и одной, и другой стороны. Мне большой интерес, личный интерес к простору Кавказа, прежде всего с этой, как бы сказать, цивилизационной точки, там встреча культуры, цивилизации, этносов, это мне очень интересно. Я вообще ученый, я историк, но вообще даже я не был на Кавказе, только был в Сочи, хотел бы увидеть, особенно эти северные кавказские страны, как Дагестан, Ингушетия, вообще увидеть эти этносы, эту культуру, эту цивилизацию Северного Кавказа, это мне очень интересует.